Если вы являетесь владельцем недвижимости, транспортных средств или земли, то по закону Российской Федерации вы обязаны уплатить имущественный налог. И сейчас как раз самое время сделать это. Почему, мы спросим у исполняющей обязанности начальника отдела управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Оксаны Хайрулиной. Налоговыми органами республики продолжается рассылка налоговых уведомлений гражданам нашей республики. Всем пользователям личного кабинета налоговые уведомления направлены в электронном виде. Остальным налогоплательщикам налоговые уведомления будут доставлены по адресу места жительства Почты России до 1 ноября. Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год не позднее 3 декабря 2018 года. Если человек получил налоговое уведомление, как ему в нем разобраться и куда обращаться с дополнительными вопросами? На самом деле в налоговом уведомлении разобраться очень просто. Для удобства наших граждан на сайте ФНС России создана промо-страница «Налоговое уведомление 2018», которая как раз позволит гражданам легко и быстро разобраться о начисленных суммах налогов с учетом периода владения, всех характеристик. Расскажите, как граждане могут, какими способами оплатить этот самый налог? Налоги можно уплатить любым удобным способом. Это можно сделать через интернет, через личный кабинет налогоплательщиков или через любое отделение банка или Почты России. Что грозит тем гражданам, которые пренебрегают законом и не уплачивают в срок эти налоги? После 3 декабря, то есть уже с 4 декабря, данная сумма налога гражданам, если будет не уплачена, то она переходит в стадию недоимки. Соответственно, будут применяться к ней принудительные меры взыскания и начисляться пени по 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Очень надеюсь, что жители нашей республики добросовестные налогоплательщики, их не коснутся все эти меры, о которых вы только что рассказали. Спасибо вам за подробную информацию.